музей света. Такой фонтанчик здесь. Старое здание такое. Такой внутренний дворик музея. Это музей света. Внутренний дворик такой. Красиво так. Водичка. Ой, рыбы большие вон. Вон там красная, здоровая. Вот она, птичка. Вон красная еще рыба. Какая красота. И птичка Флорида Чикен стоит. Да такие толстые рыбы. Их, наверное, тут откормили капитально. И мальков полно. Красота такая. Have you seen fish like that? Yeah, red fish. Классическая музыка играет. Я надеюсь, что не забанят, если классическая. Красиво. Здесь так красиво. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Картина. Саркофаг какой-то. Так, я поняла, это испанская тема. Надо мне не снимать, надо мне вчитаться, что здесь, как здесь. И я не знаю, у нас экскурсовод будет, наверное, будет. Красиво. Ой, какая мебель красивая, старинная. Огромные часы такие. Ой, замечательно. Так, ну мне надо все во все это вчитаться. Ота Лайтер. А, по-моему, он что-то собирал, этот человек, в этом музее. А, сейчас надо вчитаться, что здесь к чему. Если будет экскурсовод у нас, это будет прекрасно. Все узнаю подробно. Пошли внутрь. Did you hear?
what I had to say. Yes. Music at 2 o'clock down here on the first floor. Elevator. Got it. You were listening. Good job. Okay. There is a discount if you live in the county, active military, active college, or belong to another museum. Which I did. Belong to the Vero Beach Museum. Is that an art museum of some sort? Yes. Okay. All right. We can go with that. Oh, see, thanks. Look at that. Somebody's efficient that's in your right. group. You know, I brought my card with me, but I didn't bring my wallet today. I left it in the room. I thought, why did I carry it? Okay, that would be 12 then. Just two, right? Yeah. Yeah. USA, too. Is that what? No, unfortunately, I'm Terry. But I'll bring this. Наверное, из дерева сделано, написано не трогать, но вот как потрогать, если полно людей вокруг. Наверное, дерево, да. Часы вообще обалденные, просто красота. Очень большие, высокие. Ну, все обалденные. Я попозже прочитаю, кто их делал, как их делали. Ну вот, говорят, в Америке музеев нет. Есть. Но меньше, конечно, чем в Европе, безусловно. Само собой. Вещи, ножики, ой, какие красивые ножи, да, старинные, старые, такие завернутые ножи, ты смотри, не такие, как у нас, да? Закрученные такие ножички, да, не такие, совсем не то, что современные ножи. Веер такой. Старая лопаточка такая, тарелочка с маленьким ножичком, это, наверное, десертная. Такой столовый приборчик. Ну вот, что было в старых американских семьях, домах. Замечательно. Мне надо все вчитаться. Ну, не вчитаться, но, во всяком случае, хоть посмотреть год. В каком это году здесь это все. Вижу. Красота. Так. Двор внутренний мне понравился, ну просто хорош. И что может быть лучше классической музыки? Отель такой здесь. Красиво. В музее снимать нельзя. Вот вам.
поснимали. Отель и ресторан внизу. Люди из отеля выезжают, приезжают, пакуются, распаковываются. В этом городе особенно нечего смотреть. Вообще не впечатлил. Вот эти здания, которые ухожены, вот несколько. Вот это, отель. Еще парочка, там музей, еще один я вчера показывала. Больше нет ничего особенного, абсолютно. А так эти сохраненные американские старые вот эти убогие дома, которым там по 300 лет. И то они как-то что-то мне не нравится, как они отреставрированы. Дорога не очень такая ровная. Вот асфальт, именно асфальт в городе. Что-то не так, как-то не похоже даже на Америку, знаете. Люди едут посмотреть историю, эти разруху всю. Ну вот здесь находиться приятно, конечно. Там, где вчера возили нас на этом трейне, это было что-то вообще. Дорога разбита почему-то. Так, оставляем мы это место, уезжаем отсюда, от музеев. Красиво здесь так, хорошо. Частные дома здесь, квартиры. Это в пригороде, слава богу, вот выглядят хорошо, по-американски. Там в городе, в центре, это какой-то кошмар просто. Не похоже на Америку. Здесь хоть как-то. Атлантический океан, бурные воды, совсем не Мексиканский залив, вода другая, сильная вода, вообще в океане, конечно. Ну, вот во Флориде кто любит жить на океанской стороне? Но многие любят жить на этот Мексиканский залив, другая сторона Флориды, да? Вот, вода на Мексиканском заливе намного-намного теплее, классная. Здесь она холоднее. Хотя по-разному бывает же. И песок здесь, видите, он такой желтоватый здесь.
Хотя вода по-разному бывает. Бывает и теплая здесь, но волны океана такие сильнее они. И часто вода мутная. Но вот сегодня нет, сегодня голубая хорошая такая видно. Мне так кажется. Пляж такой, необъятные пляжи Флориды, можно идти во все концы, туда, пешком, назад, пешком, никто тебя не ограничивает. Это, конечно, класс. Вот это, конечно, вот преимущество в Америке, это то, что вас не останавливают. Ну, я имею в виду, нет никакой тебе санаторий, Евпаторий, хотел сказать иначе, не перегородился, как в наших странах. Я вспомню, не дай бог, все построили заборы. По морю, которое принадлежит всем. Все воздвигли заборы, через которые нельзя пройти. В Америке все не так. Вот так вот идешь сквозь и все. Ну вот вам Атлантический океан. Так, мы на этой стороне. Волны, конечно, сильные, особенно не покупаешься. Но свои преимущества. Серфинг хороший, да? Скорее всего, я не вижу пока здесь этих на досках людей сегодня. Ну хорошо, красиво, классно. Птичек почему-то нет, наверное, жарко, по утрам они бывают. Все, пошли. С моста съезжаем мы. Красивый такой вид здесь. Мост старый, очень узкий, я уже говорила. Traffic behind you, baby. Здесь такие лодочки. Вот впереди крепость, в которой мы были вот там. Здесь вода. Вот такой еще транспорт интересный здесь. Мотороллер, что ли, да, для двоих. Мотороллер, по-моему, да, такой. А вот этот вот, вот тут рыжий какой красивый. Ну, смотрите, я нашла на улице электрическое место. Вот он. Розетки, они называют outlet, чтобы подзарядить свой телефон. Это вот я сейчас на телефон снимаю, да? И вот сейчас я вам сниму в округе все. Сейчас, секундочку. Вот так вот все выглядит в округе. Вот около такого столба розетка, да, на таком же столбе, вот как вот на этом. Вот. И здесь парковка, там музей. Это в Сант-Огустине мы находимся, город этот, историческое место, американское, в Америке. Так, ну вот, и вот я вот так вот подсоединилась. И вот у меня вопрос ко всем жителям нашего СНГ. Вы можете на улице так подсоединиться или нет, чтобы зарядить что-то? То есть, я не знаю, как вода туда заливается или она не заливается, но это же столб находится на улице, вот в чем дело. И таких мест много. Вот так вот в Америке походи и можешь найти, то есть посмотреть вот вокруг. Около зданий есть, снаружи зданий, на самых, ну вот на самых стенах зданий есть, да?
Вот, ну, в общем, я нашла такое публичное место, и вот стою, жду, когда у меня телефончик зарядится немножко, потом поеду. То есть муж пошел за машиной, она, мы далеко припарковались, пока он туда доплетется, пока будет назад минут 15, и я пока заряжу телефон. Ну и вопрос на засыпку, если у нас уже розетки на улицах, у них видно это давно, то есть это очень давно. Так, ну закончила я за этот самый. Вот здесь вот это мой столб был родной. Спасибо, столбик, немножко зарядилась. Все, и пошла.